Вы знаете, такая давняя фраза есть, что историю пишут победители. И все вот это расследование, связанное с малазийским Боингом, я думаю, то, что и так все понятно на самом деле, да, то, что самолет был сбит, в общем-то, в той области, пропал в той области, скажем так, где идут боевые действия. Вполне разумно допустить, что, разумеется, он был сбит случайно или намеренно войсками, скажем так, украинской стороны, разумеется. Сейчас пытается это скрыться, все это пытается, как обычно, Запад пытается перевернуть все, передернуть факты и обвинить в этом, как обычно, Россию, чтобы ввести, наверное, новые санкции.